Маленьких пациентов офтальмологичного отделения областной специализованной клиничной больницы сегодня наведали активисты Белорусского союза «Жанчин», Червоного крыжа и Гомельского медицинского колледжа. На лечение сюда накировывают детей из всей области. Зараз тут находится 45 человек. Многие перенесли хирургичные умешания и в новогоднюю ночь застанутся у больницы под наглядом врачов. Каб створить детям святочный настрой, студенты медицинского колледжа подрихтовали спектакли. Представницы Белорусского союза «Жанчин» и «Червоного крыжа» вручили детям солодкие подарунки. Мы очень благодарны союзу, что они всегда не обходят наше отделение вниманием, всегда помогают на устроить праздник, всегда радостно, весело. И это проходит всегда с такими концертами, что наши дети всегда их ждут, готовятся, сами праздник всегда делают. Мы всегда их очень ждем и любим. История сябровства больницы с громадскими организациями и колледжем началась больше, как 10 годов тому. До речи, на этом акция доброчинцев не заканчивается. У их планах так само наведать с подарунками еще несколько установ. Вы знаете, уже сложилась такая традиция, что мы в преддверии Нового года посещаем именно детские отделения, больниц, поедем обязательно в Живицу, поедем в дом престарелых, чтобы как-то скрасить, поздравить людей. Возможно, дети с района, они не видят родителей. Может быть, и процесс оздоровления будет идти быстрее, если вот они получат такие эмоции, подарки. И мы таким образом поможем им тоже исцелиться.